Ну что ж, привет, народ. Проходим кеньши дальше. Народ, лайкосики. Ну, там, видите, написано все под моей выбочкой. Надеюсь, такой формат с вебкой вы оцените. Вам зайдет, вам понравится. Короче, тут в прошлой серии я подрался немного. Сейчас надо идти в город продавать все свое добро. Ну, а сейчас опять не выхватить каких-нибудь пыльных бандитов. Я, наверное, даже не постараюсь, может, не лезть на рожон. Я не хочу в городе отсыпаться там. Ну, блин, 100 катиков вроде там стоит. Стукатов стоит поспать в городе, типа в безопасности, но... Ну и в случае чего можем слинять, блин, там. Скрытности у нас хватает, блядь. Нас никто не увидит, блин. Особенно эти голодные и пыльные пиздюки, короче. Сейчас главное не продолбать момент, если кто подойдет. Смотреть вот так вот по сторонам. Движение, короче, вижу. Короче, валю отсюда. Мяско там, ну, все пару штук оставить там. Покушать Мукфредди. Типа, чтоб не париться там, о, бандиты там, о, выскочить, о, выбросить, короче. Такой херни не было. Ну все, все, все. Отлежался почти. Почти отлежался. Серия, блядь, на одном месте. Прошлое у нас была. Побежали, подрались, отгребли, блин. Опять все то же самое. Ну, в этой серии, я думаю, будут хоть какие-то, я не знаю, побегушки из города в город. Все, короче, давай, хорош спать. Давай, забирай спальник. Так, давай его. Блять, я хочу с перегрузом. Я хочу, чтобы он силу покачал. Вот так. Даже не так. Вот так. Вот так. Ой, блин, как бы тебя так. Сюдема, сюдема, сюдема. Сюдема. Все, давай, у тебя перегруз 56%. Не может не радовать. Побежим в какой-нибудь дальний город. Дальний город это у нас пока что Бугристый холм. Блять. Давай в Адмаг побежим. Ускорение, конечно же, чтобы оно так много времени не занимало. Короче, Сквин Хаб. Вот здесь у нас точка, блять, между Ульем, Хабом и Сквином можно нормально покачаться на голодных пиздюках всяких. Вот так вот. Большая карта, да? Пустыня Стэн. Перегруз 55%. Ну, сила нужна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас тут сейчас не захавают. Слушай, не, мы быстрее их бежим, даже с перегрузом. И они уже оторвались от нас. Так что, в принципе, можно не париться. Не хочется на паузу ставить, там, перекидывать это все в рюкзак, там, что потяжелее, чтобы выкидывать, все это бабло. А бабло, как говорится, побеждает зло. Шпротан, там упавшее дерево. Нагматик перебежит что-то. А, вроде бежит, блин, вроде все хорошо. Щели тут.
Где там вход в этом городе? Давай, залетай. У нас вот как раз день, можно продаться. Давай вот этому торговцу зайдем. Твердыми объятиями, что дальше? Да ничего. Давай все это тебе отдадим. Шкуру вот эту вот все. Три мяса я себе оставлю. У тебя тяжелые пушки такие, блин. Я даже не знаю. Что-нибудь попроще можно? Пах. Толпой опять же кого-то там месить учиться. Чуть бронику зайдем, посмотрим, может что получше, какая броня будет. Тоже время немножко ускорить надо. Кто тут? Ты тут. Давай. Его искусство режет. Просто такая же, как и у нас. Да что-то я ничего прям такого. Так, о ближнем бою минус 8, боевое искусство минус 10. Ну, хорошие параметры сопротивления. Блин, сильно режет. Сильно режет, блин. Вот это вот неплохо, да? Сейчас еще посмотрим. А, штанселя, блядь. Так. Дробящему 21. Такое же. Разрезу 28. Это наше получше. Тело сопротивления 90. А в чем ты лучше? Левая рука, покрытие 90, 125, 100. Чуть покрытие побольше. Но оно не режет навыки и защиты в ближнем бою не режет. Наоборот, плюс 5 даю, но не дает боевое искусство плюс 4. Я не знаю, давай продам тебе, короче. Все, вот так вот. Чуть переоделись. Обувь. Боевое искусство режет. Такое себе. Такое. Тут у нас для походов там все. Ну что, дальше в замесы, что ли, куда-нибудь? Не, пошли в разведку, короче, сходим. Пошли сюда, сходим, погуляемся. Там, надеюсь, не зона с этими клювастыми тварями. Давай. У нас же тут больше ничего краденого нету, да? Украдено, нет, слушай, штаны вот у нас украдено, это Тагиль Муст украден. Ну им, типа, я понимаю, пофиг. Давай, сейвик. Мы продали, ну, конечно, на косарь мы в минусе, там у нас 5 с чем-то было. Ну, мы чуть обновились, я не знаю, у нас, может, чуть получше бронька стала. Так не режет, проходить, блять, у ворот. Чё с уворотом? Штраф снаряжения минус 16. Ёбушки-воробушки. Не, что-то мне кажется, мы хуже сделали только. Давай параметры.
где-то у ворот. Слушай, а ты можешь это, чтобы не скипывать мне? Блин, я навожу, он, короче, пропадает. Штраф от снаряжения. Что тебя там режет так? Хочешь, ничего резать не должно. Портфель может. Это, сука, портфель. Он меня режет, блять, у ворота. Скрытная скорость боя. Боевые навыки минус 5. Блять, мне надо избавляться от этого портфеля. Чтобы избавиться от этого портфеля, мне нужно идти в хаб. В хаб, блять, это вот туда, там где далеко. Воры шиноби, блин, и у них покупать нормальный портфель, блин. Что там что-то какой-то город. Вы кто, пацаны? Вы кто по жизни? Ну, давай, ускорись. Чета. Руины. Замес. Клювастые твари. Это я хорошо, блядь, пришел. Вообще-то больше напоминает какие-то руины, блядь, и нам, наверное, сюда лезть не стоит. Особенно к этим клювастым засранцам. Вот этот кислотный дождь. Блять. Короче, давайте потраим великую крепость, что ли. Я что-то типа нацелился против святой нации. Тебя, блять, они ж меня разденут. Подожди, это вот весь ваш горизонт, да? Избранный Хала. А новая Халия. Я понял. А чё у вас тут есть, пацаны? А можно к вам вообще? Вы что-то продаёте? Нет, тут у них казарма, блять. Это, короче, у них просто пост. Мне там у них делать вообще нечего. Давай к великой крепости схожу, там неподалеку свои шмотки скину. Спальню где-нибудь откину. То есть, если что, отберут, блядь. Мы где-то тут у великой крепости уже тусуем. А вот здесь святая нация ходит, да? Королевство шеков. Подожди. Блять, ну нам сюда тогда получается. К святой военной базе, вот туда далеко. Ладно, давай. Атлетика будет. Вы кто? Ушите. Перегруз 0%? Братан, как так? 0% и перегруз у тебя. А так? И так 0% перегруза. Ты кто? Тальца. Давайте не нападает на нас. Если я в рюкзак перекину все свое добро и потом сниму его. Вот он вот так сделаю. То в принципе можно будет скидывать некоторые вещи. Сквин. Но мне не надо туда сквин. Нет, давай, короче, по дороге в хаб продам свой портфель.
Я не знаю, хватит ли мне на новый, я не помню, сколько он там стоит. Вообще не знаю, на хаб, в хабе, короче, может, уже перестали на меня обижаться. После нашей последней ссоры, скажем так. Я надеюсь на это. Ну что, ты встал? А, подгрузка локации была. Я понял. Я все понял. Пацаны. Давай, давай в хаб залетай. Охрана. Не, тут ничего не скажете, я надеюсь. А тут мирный. Вроде никто на меня не налетает. Давай к делу. А, давай, слушай, подожди. Я сложу вот это вот все добро себе необходимое. Рюкзачок, давай ты заберешь, блядь, этот у меня. Ну вот, собственно, и все. Давай к ворам Шиноби схожу. Где-то тут находится. Вот. Блять, ну я не помню, по-моему, там вступить к ним это 10 тысяч стоит. Я не знаю, но... 10 тысяч, блять, у меня 10 тысяч. Давай в другой раз, блять, я не знаю, 10 косарей надо заработать. В принципе, можно с этой святой нации, блять, натягать. Я не знаю, но я не думаю, что тут всякие бутылками рома сейчас тут заработаю эти деньги. Эти мусор там почистил. Не очень-то много я заработал. Я бы сказал бы фигню даже какую-то. Ладно, пошли, короче, этих святош кошмарить. Ну или они нас будут кошмарить, как получится. Изгои. Неинтересно. Это, короче, мне пятнашка нужно минимум или двадцатка, чтобы завладеть нормальным рюкзаком. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем, да? Мы на пути войны. А, давай сейвик. То я не знаю, чем это может закончиться. Придется нам опять сбегать от них. А с наградой абьюзить не хочется, как бы. Мы, блин, заработаем все своими кулаками. Давай еще больше ускорения. Так, неподалеку от них. Где у вас тут вход, если что? Вход у них там. Охрана на месте.
Ебать, ребята, а где охрана? Где вообще хоть кто-то? Не понимать. Вот они. С пыльными бандитами дерутся. Нет, здесь просто пыльные бандиты. Они ходят тут. Ну слушай, мы уже не так сильно отхватываем, как когда-то. Мы уже так сопротивляемся, уже там что-то кто-то из их получает. Короче, да, проблема в портфеле, наверное, там была. Все, давай, давай, отступаем. Заплатишь? Заплачу. Прямо сейчас? Ну, закончишь, придешь. Хорошо. Хорошо. Так, что-то они от нас не отстают. Бегают они достаточно резво. И ладно, вон отстали. Все, давай, хил, короче. У нас просто крови что-то, блин, повыбивали очень много. Так. Давай, стройка, я не знаю, блин, костер. Костер, спальник ставь. И отдыхай. Пацаны, блять, а где святая нация? Где, мать его, святая... Сука, нация. Голодные бандиты прибежали. Пацаны, не видите, блять, тут человек культурно отдыхал. Ну, руку мне выбили. Ну и что мне с такой рукой, блядь, делать? Ну и шо вы там у меня? Я иду всю вытянул. Иду я всю вытянул. Стоит один голодный бомж. Ну чё, один на один слабо? Я, конечно, извиняюсь. А кто меня, блять, видит? Да, пофигу. Ты, блять, серьезно ждал, пока я усну? Ты же один на один вообще ничего не стоишь. Блять. Как только засыпаю, сразу подбегают. Ох, мама. Вам нечего с меня брать, пацаны. Дайте человеку просто поспать. Правую ногу мне выбили. А я могу сам себе шину? Наложить шину. Наложить шину. Все, шина наложена на левую ногу. Странно, что не на правую.
которая в таком ужасном состоянии. Еще надо было сразу этого рюкзака избавляться, блин, потому что... Смотрите, крепость уже 60. Боевое искусство 11. Ну вот, мы уже выходим на тот уровень, когда можно, короче, всяким этим голодным, голодающим и пыльным уже против толпы воевать. Вот это уже, блин, зачетно. Вот когда мы сейчас скоро ему выдавать им по щам, скажем так, то может будет потихоньку уже голодные нации уже. Ой, голодные нации, уже заговариваюсь, к святой нации, блин, эти голодные нации. Сейчас травмы пройдут. Ёлки-палки. Там такие замесы идут. А вот здесь лагерь случаем нет? Они, короче, заняли этот лагерь. Жители Макс Мертво, святая нация. Подожди, это что, голодные бандиты, блин, или пыльные? Там повыбивали святую нацию. Чего, блядь? И что мне мощи вообще? Так, ну ты есть не хочешь, значит пока выложи. Ну это какой-то ноу-хау, если честно. А, давай. Демонтируй. Пофиг, забирай вяленое мясо, у меня там один кусок остался. Кто с кем? Пыльные бандиты с голодными, ну как обычно. Я сейчас опять выхватим. Ну как, будем близки к этому состоянию. Вот сейчас. Кусок мяса выкидываем. Ну, опять без сознания. Я не знаю. Мы уже долго так держимся. Лагерь. Спальник хоть куда-нибудь отставь его. И давай это без паузы, да? Лагерь, спальник. Готово. Давай, строй его. Там мега заруба. Пацанов. Ай-яй-яй. Сейчас опять нас выгонят. Не дают отхилиться нормально. Опять хубанули нас. Зато нас уже вообще ничего не убьет с крепостью 62. Но вообще тут самые крепкие. Давай, подбери кусок вяленого мяса. Отдыхай. По голове наполучали чуть.
Давай схожу. Отберу. Вот это вот позабираю все дело. Вот этого давай. Фигня. Ничего не стоит, давай спать. Давай ему первую помощь. А чё, у меня медицины нету больше? Пацаны, блять, у меня и медицина закончилась. Надо идти закупаться. Хаб. Походу в хаб надо идти. Даже так. Блин. Спальный мешок он ценнее, как бы. Чё, красть-то сразу? Было бы у кого красть. Всё, короче, надо за медициной идти, потому что... Всё хорошо, но когда уже хиляться нечем, это уже... Проблемы становятся. Что, сбегали, подлутались, подзаработали опыта, денежку, может, сейчас заработаем. Арбасик. Самое оно. Дерево в шинобе. Надо бы нам. Где там баг? Давай показывай. Все вот это отдам, вот это. Ух, а ты на медицину дашь, да? Раз, два, три. Давай уже так уж и быть. Вяленое мясо. Чтоб не раскладывать спальник. Я вот не помню, блядь. То место... Да, это то место. Все, короче, сейчас тут отлежаться немного. И опять пойти. Ну, блядь, руины святой нации. Тут почитать описание можно. Людоеды минус 100, святая нация минус 300, голодные бандиты минус 10. Пыльный бандит именно здесь. Угу. Как тут давайте? Святой нации. Все. Угу. Ну чё, надо это святые шахты?
Давай святые шахты. Сейчас будем им там устраивать. Одно сейчас опять же на рабом сделают. Это ничего. Сейчас где-нибудь вот здесь станем. А вы кто тут? Кто здесь ходит? Святая нация. Либо владельца. Ну, их вроде как, если не атаковать. А! Па-па-па-па-па-пам. Владели спальник. Костерок себе поставлю. Строить. Так бы, чтобы нас тут не обобрали полностью наши вещи. Я сейчас все это дело скину сюда. И такой, пацаны. Святая нация. Ну чё, попытка? Try number one. Нет, давай сейвик номер 3. И сделаем. Мы сейчас, скорее всего, тут выхватим. С большой долей вероятности. Потом убежим, подхилимся. И опять будем против них тренироваться. Долго стоим, долго. Они нас даже не захватили. Чего, блин? Давай похитишь. Во. А где я? Цены, блядь, настолько быстро, что у меня даже... Давай. Работорговец. Блять, вырубил нас. Давай, куда нас потащишь? Братан, город там. Ой-яй. Ладно, давайте, короче, на этом конец серии. Всем лайкосики. Всем пока.